Понимаем, что очень трудно удерживать ваше внимание, поэтому в данном ролике я собираюсь в очень сжатом виде рассказать вам о выбранной модели кухни фабрики Küchenberg. И моя задача, чтобы вы почувствовали себя в одном из наших магазинов, рядом с кухней. Итак, модель кухни называется Bristel. Это настоящий хит продаж. Все дело в том, что в этой модели используется особенная патина. Данный вариант патины называется шампань. Это что-то среднее между золотом и серебром. Кухня получается богатой, но сдержанной. Именно за это покупатели и любят нашу кухню. Ни в одной другой фабрике вы не увидите такой патины. Помимо патины шампань, вы можете выбрать патину золото или серебро. Нанесение патины – это ручная работа. Мы не используем покупных патин, мы их колеруем сами. Поэтому такой патины вы не увидите ни у одного производителя. Неотъемлемая часть этой кухни – это портал. Вот эта часть, которая функционально используется. Здесь мы можем установить выдвижные сетки, даже с доводчиком. В верхней части можно что-то хранить. Эта часть портала также открывается и используется. В нижнем ярусе кухни декоративные элементы также функционально используются. Здесь установлены корзины. Они также имеют доводчик и плавно, бесшумно закрываются. Фасады выполнены из массива дерева и тонированы специальными эмалями. Варианты эмалей вы можете выбрать из 200 оттенков. Вот, например, один из вариантов цвета с другой патиной. Здесь цвет называется бордо, патина золотая. Обратите внимание, что витражи у этого фасада обрамлены металлической оплеткой в цвет патины. Если вернуться к кухне, то в этом варианте вы увидите витраж в цвете бронзы. Мы не закупаем фасадов, мы изготавливаем их сами. Поэтому можем предложить вам любой размер фасада, вне зависимости от того, что фасады изготовлены из массива. Покрыты фасады эмалями с нанесением матового лака, что позволяет надолго сохранить внешний вид кухни. Мы используем только качественные немецкие и итальянские материалы, поэтому цвет долго не выгорает, не выцветает и защищен от ультрафиолета. В данном варианте фасады тонированы светлым цветом, который в наших каталогах называется крем. А кухни в викторианском стиле встречаются у разных производителей, но разница в цене будет значительный, процентов на 15-20 ниже, чем у конкурентов. Все потому, что мы изготавливаем фасады самостоятельно. Данная модель кухни очень хорошо смотрится со столешницами из натурального и искусственного камня. Вот с такими декоративными кромками, как здесь, натуральный гранит. Очень хорошо кухня выглядит с техникой в классическом стиле. Внутреннее наполнение кухни также с доводчиками. Здесь установлены ящики Hettich. Модель кухни украшают вот такие большие колонны, которые тоже функционально используются. Эта колонна еще и поворачивается вот так в бок, что позволяет удобно доставать самые труднодоступные предметы. Эта модель кухни позволяет встроить технику: холодильник, микроволновая печь и духовой шкаф. Благодарим за внимание и приглашаем в наши салоны.